Согласно постановлению Кабинета министров Украины, в областях, где наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки, возможно возобновление работы общественного транспорта в обычном режиме. Городская комиссия ТЭП принято решение об отмене работы общественного транспорта в режиме специальных перевозок и об отмене проезда в общественном транспорте по специальным пропускам. Работа общественного транспорта будет возобновлена в полном объеме при выполнении определенных карантинных ограничений, а именно проезд в общественном транспорте может быть только при наличии у пассажира средств индивидуальной защиты, это может быть либо маска, либо респиратор. Кроме того, проезд будет выполняться только по количеству сидячих мест, предусмотренных в каждом транспортном средстве.